Так и так. Советская карта. Как раньше мы уже показывали на одном из видео. Шли в советской стрелковой ячейке. Попробуем сейчас каску закислотить. Если обратить внимание, то просматривается чекуха. Все, раствор развели. Опускаем касочку. Друзья, именно вот таким образом. Все. И оставляем ее. Раствор слабый. Не сильный. Пусть покислотится. Через пару дней посмотрим, что можно будет вытянуть по краске. Так. Так и так, друзья. Вчера закинули каску. Каска совета. Закинули ее в кислоту. Давайте посмотрим. Пока мы рады, что с него вылезло. Достаем. И там было клеймо. Клеймо, значит, видим. Что еще? Ух, ни хрена себе. Друзья, друзья, видите? Чер. Ух ты, подпись на каске, клево. Сейчас, значит, каску надо обязательнейшим образом проточной водой. Снимаю все. Офигеть, офигеть, подпись вообще огонь. На самом деле просто хотел вытянуть, посмотреть окрас. А получается, смотрите, прекрасно. Офигеть, офигеть. Сейчас немножко выключу, чтобы можно было помыть кассон. И будем продолжать. Уже включусь, после того, как щеточка его протру. Значит, мне неожиданно для нас, для всех, кассон я вытащил советский, поместил в расплющенный бак. Неожиданно для всех, друзья. Значит, чекуха. И получается подпись солдата. Чересов какой-то. Чересов, скорее всего. Сейчас посмотрим, пока мы каску поместим в емкость с чистой водой. И будем смотреть, что дальше. Вот. Неожиданно прикольно.